О съемках «Формулы любви» до сих пор ходят легенды. Поговаривали, что группе вредила нечистая сила. В самом начале съемок исполнитель роли Калиостро Надаром Галаблишвили сломал ногу. Актер выпал из окна, засмотревшись на красивую девушку. Потом вышел из строя Александр Михайлов, неудачно прыгнув в седло. Дочь режиссера, актриса Александра Захарова, на съемках сломала большой палец на ноге и снималась, превозмогая боль. А Александр Абдулов и вовсе мог погибнуть. Когда он управлял каретой, лошади понесли. Карета перевернулась и упала во враг. Иначе как мистика, шептались на площадке. Но вот что удивительно, нечистая сила не вредила только Татьяне Пельцер. Видимо, черту эта старуха не по зубам, шутили в съемочной группе. И повод для таких шуток был весомый. Пельцер всегда старались обойти стороной. Ведь от актрисы можно было ожидать чего угодно. От злого взгляда до колкого слова. А материлась Татьяна Ивановна не хуже сапожника.